А перед началом данного ролика я хочу разыграть среди вас Бравл Пасс. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на этот канал с колокольчиком, написать комментарии и досмотреть это видео от начала до конца. Если вы пропустите хоть одну секунду, то рандомайзер засчитает, что вы не посмотрели, и вы будете аннулированы. Так что желаю всем удачи, итоги на стриме, скорее всего, даже в эти выходные, поэтому подписывайся, а мы начинаем. Серьезно? Реально светится. Он тут выпадет. Офигеть, нам выпал. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова я, Вензей. И как вы знаете, появилась такая вот акция в магазине. Подарок лунному Новому году 2021. Мегаящик. Я вам говорил заранее, что его подарят. Делал пару видосов. Вы, наверное, их уже смотрели. Также сегодня добавили Астробык Бол. Офигенный скин. Новогодний. Получается, нет, не новогодний, а лунно-новогодний. Как-то вот так вот. Скин к лунному Новому году. Также, смотрите, у меня есть 4 аккаунта. Из каждого аккаунта мы сегодня откроем вот этот вот мегаящик. И ходят слухи, что разрабы его специально вели, чтобы подарить нового перса. Допустим, у меня сегодня друзья открыли в школе мегаящики. И одному выпало Кале, другому вообще Амбер. И я уверен, что мне тоже что-то выпадет. На этом аккаунте шансов, конечно, мало, потому что, ну, мне не хватает только 4 бойцов. Байрон, Амбер, Калет и Генерал Гавс. Не то Генерал Гавс у меня не получится получить, потому что он с 30 уровня сезона. Поэтому, то есть, получается, Эпик, Легендарка и сейчас вот Байрон — это мифик. Давайте все-таки попробуем, откроем мегаящик. Я не знаю, тут у меня ящиков нету? Нету. Открываем мегаящик, и посмотрим, кто же выпал. Так. И... один предмет светится, вы серьезно? Реально светится. Нам тут выпадет. Офигеть, нам выпал... это не клик... Как, блин? Я не могу поверить. И это не кликбейт. Мне выпал Байрон, это... Я не понимаю. Это как так вообще? Капец, просто. Блин, я не ожидал. Мифик. Мифик, блин. Боже, я не понимаю. Офигеть. Я так и знал, это просто невозможно было. Короче, все, кто поставит лайк, им тоже выпадет 100% боец, потому что, блин, разрабы дарят вот так вот бойцов. Это очень круто, я считаю. Спасибо им реально большое за такой вот подарочек. Давайте все-таки посмотрим. Прочитаем его. Байрон имеет дело с сильно действующим препаратом. Не вздумай называть его гомеопатом. Офигеть. Ладно, все, давайте не будем много уже говорить. Байрон выпал, Байрон. Все так. Все. Мне кажется, мне сегодня будет чем заняться, потому что Байрон... это очень круто, я считаю. Давайте зайдем на второй аккаунт. Так. Мутная дорога. Что, аккаунты у меня закончились, но у меня есть вот такой вот, где я уже, к сожалению, открыл мегаящик, но у меня тут есть дофига кейсов, которых можно будет сейчас открыть. Конечно, не всех, но парочку мы откроем. Давайте начнем с больших и закончим мегаящиком. Давайте откроем большой ящик. Так, ничего не падает. Еще один большой ящик. Тоже ничего не падает. Давайте откроем маленький ящик, и я вам покажу, чего тут не хватает. Смотрите, в принципе, на аккаунте 15к, но, посмотрите, не хватает всего 3 леги, Лу и генерала Гавса. Так, давайте попробуем еще большой ящик. И все, последний мегаящик открываем, и я думаю... ну и ладно, еще один большой и мегаящик, и все. Так, открываем мегаящик. Давайте, маленький. Смотрите, 6 предметов. Так, и тут 6, вы рофлите, блин, 6 предметов, да что это за открытие такие везучие? Так, 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 но это гаджет на 8 бита, но все равно очень круто, я считаю, блин, я прям в шоке, если честно, и я думаю, за это нужно поставить лайк. Обязательно ставь лайк, я не знаю, когда я выложу этот видос, скорее всего, очень-очень скоро, но точно не в пятницу, когда я его снимаю, потому что времени монтировать у меня нету, к сожалению. Ну, реально, спасибо всем за просмотр, кто досмотрел до конца,
Всех обожаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. С вами был, как всегда, я, Ванзей. Пока-пока.